Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1395. Псалом 73:3. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Это надо за 12.10.2019. Вот это за 11-й, правильно. Обращение. Арбаша. Курсором останавливайте, и можно прочитать. Вот я дал свое объявление. Сообщение с поселка Потеряевка. Помогите мне пристроить в добрые руки трех кошек. Рыжего кота, синеглазую кошку. Им по 2 года и 2 месяца. И буску белая с проседью 2,6 года. Кошки от нашей рыжей. Очень мышеловы, знают чистоту и ласковые. Когда рыжая охотилась, окатилась, то был заказ на 2 котят, а потом людей тех не нашли. Кошки уже в Барнауле. Передать добрым людям телефон. 8-961-230-70-60. Кто звонит, не алёкать, а сразу говорите, не слыша ответа, что разговор о кошках. Объявление. Кому нужны очень хорошие кошки-мышатницы? 11-го. Ролик поставили. Ну и тут вчера посмотрел вот такую. Нечего здесь шататься. Полковник ФСБ ударил женщину с коляской за замечание неудачной парковки. Вячеслав Семенов, тут все, кстати. Вот интересно. Вячеслав говорит, насчитывая для Слова Божия нет уз, нелегко дается. Буквально каждые 30 минут внимание падает, и ошибки идут постоянные. Я-то их легко могу исправить на компьютере, вырезать. А вот вы, когда насчитывали, ошибки было не исправить. Насколько это трудно. Дальше я даю, где посмотреть. 52 года в пути, Латвия, Венспилс. Ян Златоуст говорит, об одевании мужской одежды и покрытии головы. Не говори мне, что это преступление маловажно. Оно велико и само по себе, потому что оно и есть прислушание. А если бы и было маловажно само по себе, то оно велико, потому что касается знака великих предметов. А что этот знак велик, видно из того, что он производит благоустройство в роде человеческом, представляя в надлежащем виде начальствующего подчиненного. Поступающий же против этого приводит все в смешение, лишает себя даров Божиих, унижает честь, дарованная ему свыше, и не только муж, но и жена. Ведь и для нее большая честь сохранить свое место, а напротив, постыдно выходить из пределов в брюках. Вот. Тут в конце покажут, ссылка будет на один ролик. Мусульманка молодая, и как она от всего отбилась. От нападок, и учится в институте, потом закончила, на машине едет. И везде она в длинном, до полу платье. Вот так. И все время в хиджабе. Будут слушать или не будут. Разговоры тут в чате бывают. Люди, которые хорошие мысли находят и святых отцов. Сохраняю все время это в события дня.
Вода из водопровода, еда в супермаркете, работа в компьютере, общение там же, дети в учреждении, деньги в банке, здоровье в аптеке, жилье в коробке под коробкой. Реклама всюду, продвинутая городская жизнь, муравейник. Все схлопнется, лишь чтоб не раз. А в деревне быт естественный, благословенный, свобода, самостоятельность, воздух. Каждый день познаешь Бога через его творение и в себя вникаешь без помех. Но человеческая независимость всегда на мушке урбанизаторов-то. Не зря же взвояли систему концлагеря каменной джунгли. Потому и волю на клюшку, издавая откровенно арабские законы, уничтожает самостоятельную сельскую жизнь, делая вид, что ей способствует. Впрочем, еще есть немало возможностей, слава Христу. Надо этим пользоваться, чтобы воспитать здоровых детей, телесно и духовно, и не в попыхах бежать из Иудеи в горы. Вот интересно, это я сказал, вот через насмешки к успеху история мусульманки в хиджабе. Вот. Я бы ее показал даже. Сейчас не знаю, где она, здесь или нет у меня. Нет, это уже нет ее здесь. Вот. Мусульманка в хиджабе. Пожалуйста. И можете назарядить, найти через насмешки к успеху, как она себя ведет прилично, и как работает, и как новые-новые люди переходят в ислам. Там работает. Она одна делает по отношению одежды больше, чем кого я знаю, самых знаменитых священников. Все оправдывают. Брюки оправдывают, мужскую одежду, женщина, все без платков, все вместе, Смирновы, Ткачевы, все, которых только знаю, с Дворкиными. Ничего, все соглашается со всем, все так и должно быть. Вот, это женское, это мужское, разницы нет, главное сердце. Ну, пустословие. Вот посмотрите, это небольшой он ролик такой. Вчера день был у нас, пятница. Вот я пошел в ФСБ, ролик поставил, письмо получил, и там ответ засчитал. Придется то ли дальше идти, то ли... Какие были встречи, беседы. Вот так. Прекрасный был день, чудесный день.